Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы с вами продемонстрируем методику коронального опекального смещения при устранении рецессии одиночных 1, 2 и 3 класса с применением пластического материала фирмы Леопласт аллогенного происхождения. Методика коронального смещения подразумевает в себя измерение параметров глубины рецессии для того, чтобы выполнить дизайн лоскута, мы откладываем глубину рецессии от сосочков, от ее вершины в сторону основания, с каждой проксимальной поверхности, мезиально и дистально. Это является отправной точкой нашего разреза, одномоментно моделируя будущие хирургические сосочки. Разрез переходит в вертикальный, моделируя трапециевидный лоскут. Формируется слизно-косичный лоскут трапециевидной формы с широким основанием опекальным. Далее начинается выполнение циркулярного разреза. В зените и опекальной рецессии лоскут будет полнослойным, слизисто-косичным. В проксимальные поверхности мы переходим в расщепленный лоскут для того, чтобы создать принимающую лужу для пластического материала в области хирургических сосочков.
Далее мы начинаем выполнять расщепление в апикальной части лоскута. После того, как мы перешли мукогенгивальную границу, скальпель заводится под слизистый слой и отслаиваются мышцы и слизистые мышечные тяжи. Таким образом мы мобилизуем лоскут и устраняем негативное влияние натяжения тканей. При необходимости можно продлить вертикальные разрезы.